Для врачей областного перинатального центра первые дни 2020-го проходили в штатном режиме. Новогоднюю ночь на рабочем посту встретили 24 врача и медсестры. В это время родились 6 малышей, 3 мальчика и столько же девочек. Всего за 4 праздничных дня на свет появились 57 младенцев. Корреспонденты МТРК хотели записать интервью с их мамами, но в роддоме карантин и посторонних сейчас не пускают. Отмечу, 80% всех новорожденных в Северном Казахстане приходится на областной перинатальный центр. Первый, кто родился в этом году, 0050, это была девочка, 3 780 грамм. Все прошло без осложнений. Сейчас и погода такая соответствует тому, что женщины простывают беременные. Я бы хотела попросить, чтобы они побереглись. Тем более погода у нас такая способствует тому, чтобы вирусные инфекции распространялись. И за прошлый год у нас 28 пневмоний у беременных женщин прошли через перинатальный центр.